Оплатить матерям больничный по уходу за ребенком в полном размере, а также открыть в вузах дополнительные бюджетные места. Мэр Магадана Юрий Гришан прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Глава муниципалитета рассказал, как новые нормы отразятся на областном центре. Владимир Владимирович сказал о замещении коммерческих кредитов бюджетными кредитами. Это значит, мы будем намного меньше платить банкам за обслуживание этих долгов. У нас в городе Магадане в бюджете около 200 миллионов рублей ежегодно предусматривается на то, чтобы оплачивать проценты по кредитам. Эти деньги можно направить на решение социально значимых вопросов города Магадана, развитие инфраструктуры и так далее. Кроме того, школьникам и будущим первоклассникам выплатят по 10 тысяч рублей. Юрий Гришан отметил, что это поможет родителям купить детям все самое необходимое для учебы. Ключевыми темами обращения главы государства стали демография, меры экономического стимулирования, поддержка семей, проблемы образования, экологии и международной безопасности. День органов местного самоуправления отпраздновали в муниципальном центре культуры Магадана. Его отмечают ежегодно. Соответствующий указ подписал президент России в 2012 году. По словам специалистов, сделано это, чтобы повысить роль и значение Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. В торжественном мероприятии приняли участие первые лица города и области. Население вправе осуществлять свою власть непосредственно, либо через государственные органы и органы местного самоуправления. На местную власть всегда возлагалась важная и ответственная миссия. Становление каждого муниципального образования имело свои исторические особенности, свой путь развития. Как отмечают организаторы, в этот день чествуют лучших представителей органов местного самоуправления, тех людей, от которых зависит успешное функционирование всех, без исключения, сфер городского хозяйства. 22 тысячи органов местного самоуправления существует сейчас в муниципальных образованиях на территории Российской Федерации. И в них работает, сами понимаете, очень немалое количество людей, которые весь свой труд направляют на то, чтобы окружающие города, населенные пункты, жители этих населенных пунктов жили в все более и более комфортной среде. Творческие коллективы Центра культуры подготовили концертную программу. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили более 50 руководителей. Представители власти отметили, что благодаря труду работников органов местного самоуправления условия жизни в Магаданской области будут улучшаться. Магадан начинает подготовку к майским праздникам. В мэрии областного центра глава муниципалитета Юрий Гришан провел рабочее совещание. Руководители коммунальных служб рассказали о ходе работ. Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают расчистку улиц от снега. Кроме того, они убирают места, которые наиболее подвержены подтоплению. В преддверии 1 и 9 мая Юрий Гришан поручил коммунальщикам помыть остановки и улицы города. А еще необходимо оборудовать сцены, установить урны и биотуалеты, отметил градоначальник. Также Магадан готовится к Всероссийскому субботнику, который состоится 24 апреля. Акция пройдет на 22 площадках, главных парках и скверах областного центра. Заявки на участие подали уже 23 организации. Заседание на тему расходов фонда социального партнерства провели в мэрии Магадана. Председатель организации предоставил отчет об экономическом развитии Магадана за 2019 и 2020 годы. Всего за 2019 год в фонд социального партнерства было перечислено более 16 миллионов рублей на развитие муниципального образования. Из этой суммы на конкретные мероприятия были перечислены для создания мемориала, посвященного подвигу личного состава 1-й перегоночной красноармейской авиадивизии воздушной трассы Аляска-Сибирь АЛСИП 3 миллиона 110 тысяч 500 рублей, из которых 500 рублей от физического лица Гантимуровой Любови.
В 2019 году на мероприятие в рамках юбилея Магадана в фонд поступило около 4 миллионов рублей. На реконструкцию проекта «Маска скорби» выделили более 500 тысяч рублей. Около 100 тысяч рублей поступило в фонд для проведения конкурса цветников и клумб «Северное соцветие». С фондом в 2019 году сотрудничали социальные партнеры. Среди них «Магадан Рыба», «Колыма нефтепродукт», рыбная компания «Сусуман Золото». Всего в 2019 году с фондом социального партнерства Магадана сотрудничали 36 социальных партнеров. В 2020 году от них на развитие муниципалитета поступило более 11 миллионов рублей. Сколько делается еще помимо фонда социального партнерства по социально значимым решениям? 2 автомобиля медицинской помощи для поликлиник, ежегодное оказание помощи дома инвалидов, дома ребенка. Это исчисляется десятками миллионов рублей, а не только какими-то денежными пожертвованиями, которые идут в наш фонд. Поэтому я сегодня хочу высказать слова благодарности всем тем, кто откликается на просьбу муниципалитета, перечисляют деньги в фонд социального партнерства. Ну а мы, соответственно, отчитываемся за каждую копеечку, которая сюда поступает. И сегодня отчет это подтвердил. По словам специалистов, оставшиеся средства на расчетном счете фонда реализуют в 2021 году. Магадан поучаствует во всероссийской акции «Народный кинопоказ». Этот проект Российского союза молодежи и студии «Военфильм». Организовали его, чтобы устроить массовый и бесплатный показ художественного фильма «Подольские курсанты» до 1 мая 2021 года. Кинокартина повествует о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Цель самого проекта – рассказать молодежи о героизме советских солдат в годы войны. Показ состоится в кинотеатре «Горняк» 23 апреля. Начало 14 часов. Вход свободный. Сегодня представители Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России посетили областную больницу в Магадане. В составе группы по два представителя детской и взрослой эндокринологии. Прибыли они для того, чтобы проверить, насколько оказываемые услуги соответствуют современным всероссийским стандартам, а также внедрить новые методы диагностики и лечения распространенных эндокринных заболеваний. Специалисты также посетят детскую областную больницу и онкологический центр. Наш НМИЦ, Национальный медицинский исследовательский центр, возглавляет и отвечает за профиль эндокринология и детская эндокринология. Задача нашего посещения наших регионов – это организационно-методическая поддержка медицинских организаций, субъектов Российской Федерации именно по нашему профилю. Мы должны оценить организацию помощи по данному профилю в регионах как взрослой службы, так и детской службы, оказать некую поддержку именно в организационно-методическом плане. Ольга Чекулаева также отметила, что самая большая часть работы будет проведена по направлению лабораторной диагностики, ведь от организации лабораторной службы и качества ее работы зависит успех в борьбе с большим количеством эндокринных заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и многих других. Ну и по итогам своего визита, по итогам проверки, коллеги подготовят для нас информационную справку о том, на какие положения, позиции оказания помощи пациентам с эндокринологическими заболеваниями нам необходимо обратить внимание, что нам необходимо поправить в своей работе. Ну и, конечно же, у нас будет совещание по вопросам оказания пациентам эндокринологической помощи по новым технологиям, которые коллеги используют уже в своих федеральных центрах и которые необходимо будет внедрять нам уже в нашей областной больнице. С таким визитом специалисты приехали в Магадан не в последний раз. Сотрудничество планируют выстроить на постоянной основе. Поможет в этом телемедицина. С помощью инновационных устройств специалисты-медики смогут делиться опытом, получать консультации от опытных коллег, а также обучаться новым методам диагностики и терапии. Капля надежды с высоты, горбила снежных унизит.
Российская эстрадная певица Рада Рай выступила для ветеранов и пожилых людей. Благотворительный концерт прошел в «Металлисте». Артистка родилась в Магадане, является исполнительницей русского шансона, лауреат премии «Шансон года 2016». Для своих земляков Рада Рай исполнила лучшие композиции. И слушатели, и сама артистка остались довольны такой душевной встречей. Мы за тобой.